И в продолжении темы. В Твери временно перекроют движение в Конозаводском переулке и на Театральной площади. В Конозаводском переулке, где будут ремонтировать дорогу, ограничения будут действовать в течение недели с 8 утра среды 28 сентября до 8.00 5 октября. На Театральной площади запрет вступит в силу 30 сентября в пятницу с половины первого ночи до 13 часов дня на период проведения общественного мероприятия. Для регулирования движения автотранспорта установят временные знаки, в соответствии с которыми будет осуществляться объезд. Поэтому жителям стоит выбирать маршрут движения заранее.